Привет, Иркутск. Минуточку, простите. Для видео я сниму маску. Я соблюдаю все меры по профилактике коронавируса, но для видео будет неудобно. Здравствуй, добрый, отзывчивый Иркутск. С вами Сильвер, меня зовут Данила. Сегодня 21 число и на часах 12 часов 24 минуты. И я бы хотел вам рассказать все, что происходит в Сильвере. Каждый из вас задается вопросом, что случилось, почему Сильвер-молл так долго закрыт, что за такие нарушения. И я бы хотел сказать вам, знаете что, друзья, сейчас мы возьмем лифт, я бы хотел вас, во-первых, рассказать и показать все те места, которые вы наверняка видели видео, которые публиковали средства массовой информации, и все те захламленные места, которые были в нарушениях, я вам сейчас покажу. Следующее. Хотелось бы высказать огромную благодарность, во-первых, представителям ГУ МЧС за то, что они и так безопасный торговый центр проверили настолько хорошо, что выявили самые мелкие замечания, и едем с вами на парковку. И на самом деле спасибо им огромное. За что? За то, что они и так безопасный центр делают еще более безопасным, чтобы вы, дорогие друзья, когда приходите к нам в гости, чувствовали себя не только уверенно, но и было вам спокойно. За то, что и вы, и ваши дети, и близкие, и родственники, и люди смогут спокойно находиться в стенах торгового комплекса Silver Mall. Вот. Скажу еще, что с 22 числа усиленными силами при проведении первой внеплановой проверки сразу подключились все профильные службы. Это и инженерная служба, и те пожарные инспекторы, которые работают с нами, которые курируют нашу пожарную обстановку. Все. Так, идем, которые обстановку. И также представители, компетентные представители, профессионалы своего дела, это те люди, которые представляют ГУ МЧС. Мелкие замечания, возражения есть. Без них никуда. Но мы сразу же, быстро, оперативно, слаженно, с профессиональной точки зрения пытаемся выполнить и здесь же все исправляем. То есть, если вы владеете терминологией, то сейчас мы исправляем все с самого листа, скажем так. То есть мы не затягиваем это в долгий ящик. Все те небольшие, не нарушения, я хотел бы вам сказать, а замечания, которые у нас есть, они сразу исполняются мгновенно. То есть это не что-то глобальное, а какие-то элементарные мелочи. И сейчас я бы хотел вам показать первое видео, первое место, где было выявлено захламление коробками, и показать то, что в силу того, что перед новогодними праздниками все бизнесмены закупают товар. И это место, оно не является складским помещением, оно является помещением, откуда вывозится мусор. И то есть, если теоретически там в течение 5 или 7 минут остаются коробки, то это не значит, что они хранятся там постоянно. Здесь заходим. Здесь, в данном видео, было здесь именно захламление. Сейчас никаких захламлений нет. Все чинно, благородно и очень даже уместно. Вот. Чтобы вы видели о том, что мы не являемся злостными нарушителями, что это лишь вырванная из контекста, я так думаю, что фотография, которая ничего не характеризует и не дает права осуждать то, что мы небезопасны. Это первое. Нет. Давайте двигаться дальше. Также в сети начинают гулять слухи. Тут все так. В сети начинают ходить слухи о том, что мы нас сравнивают с зимней вишней. На самом деле, друзья, хотелось бы полностью опровергнуть это замечание, потому что у нас все системы пожаротушения, дымоотведения и так далее и тому подобное, все критичные системы, они исправны. Сейчас мы идем с вами в так называемую диспетчерскую, где мы сможем вам показать все то, как это действительно работает, что в режиме 24/7, 365 дней в году работают более 700 камер в режиме онлайн, все это записывается. При необходимости предоставляется профильным органам. Все системы кондиционирования, вентилирования, пожаротушения, все-все-все находится в режиме постоянной готовности. То есть можно сказать, говоря терминологией армии, мы постоянно готовы, мы находимся на постоянном боевом дежурстве. Работают в этой диспетчерской компетентные люди, которые прошли подготовку, и они все знают, как правильно действовать и как правильно оповещать. Вот. Сейчас мы, в силу того, что сейчас торговый комплекс не работает, мы находимся на цокольном этаже, и там у нас
И там у нас, получается, еще есть автомойка. Автомойку мы полностью, друзья, демонтировали. Теперь ничего того, что говорило бы нам о том, что есть автомойка в торговом комплексе Silver Mall, нет. К сожалению, наши гости не смогут и классно пошопиться в данный момент времени. Исключительно в данный момент времени и классно пошопиться, и еще оставить своего железного коня на уборку в самые теплые и компетентные руки. К сожалению, этого не получится, но, друзья, я строго убежден в том, что мы будем прорабатывать этот момент и обязательно вернем эту замечательную мойку к нам для того, чтобы вы могли приводить в порядок и качественно следить за своим автомобилем. Поверьте, это важно. Сам как автолюбитель вам об этом говорю. Так, следующее, что хотелось бы сказать, что не устану повторять те моменты, что мы, друзья, безопасны. И отдельную, так скажем, благодарность, как бы это ни звучало, можете кидать в меня помидоры, но как бы это ни звучало, мы выражаем благодарность именно профильным органам, которые мелкие замечания даже находят, и мы сейчас стараемся соответствовать всем. То есть мы сейчас стараемся стать максимально каноничными для всех торговых центров, бизнес-центров, потому что мы безопасны, потому что мы подвергаемся самой тщательной проверке, и эта проверка проходит успешно. Вот. Двигаемся мы с вами, друзья, в диспетчерскую, где у нас находятся камеры, все мониторы, да и все в режиме онлайн мы сможем там с вами, друзья, смотреть. Вот. Что касалось бы дополнить, наверное, тех моментов, которые у нас еще есть, мы подаем все дополнительные ходатайства в суды для того, чтобы нашу работу возобновили. Вот если вы обратите внимание, то справа от нас работает проверка. Эти лица, к сожалению, снимать нельзя. Но, как ни крути, сейчас все идет, все проверяется, и все проверяется достаточно успешно. Сегодня, в соответствии с графиком МЧС, у нас идет проверка первого этажа торгового комплекса. Наши компетентные, случайно, может быть, попали в кадр администраторы. Но проверка идет. Все идет достаточно неплохо, достаточно успешно. Сейчас, на данный момент, никаких нарушений еще не было выявлено. И это, друзья, замечательные новости для нас, для всех. Итак, вот, все служебные коридоры. Также хотелось бы на минутку сделать одно лирическое отступление. Одно из замечаний было то, что у нас не работают ручки, и есть замечание с точки зрения доводчиков. Друзья, ручки все на месте, доводчики все на месте. И, друзья, все те, кто смотрит это видео, приходят к нам в торговый комплекс. Неважно, занимаетесь вы бизнесом, вы являетесь арендатором или вы являетесь нашим постоянным гостем. Не надо отстегивать доводчики. Не надо. Не надо курить и не надо отстегивать доводчики. Вот. Ну вот, друзья, это диспетчерская. Здесь она обозначена категорией опасности, что это диспетчерская, что это служебное помещение и что служебный вход здесь достаточно ограниченное количество людей. Люди просто знают, что мы придем. Ограниченное достаточно количество людей. Но хотелось бы вам продемонстрировать, как это полностью работает. Сейчас мы двери закрываем. Она на магнитном замке. Туда зайти не может никто посторонний. Потому что... Вот, сейчас у нас будет работать система пожаротушения, и вы своими глазами, своими ушами услышите о том, как это работает. Но сейчас как попасть к нам в диспетчерскую? Специальным вызовом, рингтоном, помните, как на Siemens A50, так, характерный звук. Друзья, здесь хотелось бы вам поведать одно, что в режиме 24/7 у нас ведется наша... постоянное наблюдение. Все системы постоянно наблюдаются, но в силу специфики нашей работы не хотелось бы задерживаться здесь долго, потому что в любом случае, друзья, как ни крути, это безопасность. А безопасность, как и счастье, любит тишину. Вот. Поэтому, друзья, коллеги, я напоминаю вам, что это тестовый запуск системы. Это не значит, что сейчас у нас что-то происходит. В данный момент происходит тестирование системы оповещения, потому что необходимо, чтобы... Да мы идем, да. Чтобы во всех помещениях на территории всего торгового комплекса было слышно это самое
призыв этой милой женщины, что нам необходимо эвакуироваться. И все необходимые децибелы, это звук характеризуется такой, таким критерием, то у нас все замечательно. Есть также экспертиза независимая, друзья, которая подтверждает то, что наша система, даже несмотря на то, что я сейчас в наушниках, с микрофоном, вернее, я стараюсь перекричать эту самую замечательную женщину. Поэтому даже несмотря на то, что будет достаточное количество народу, все услышат и все сразу оперативно примут все те решения о том, куда направляться. Вот. Поэтому мелкие недочеты, которые выявляет компетентная служба МЧС, мы сразу же выявляем с листа, тут же. Вот, друзья, хотелось бы еще на минуточку остаться у нас здесь, задержаться в центральном атриуме и говорить о том, что, к сожалению, мы должным образом не смогли отметить этот Новый год. Мы приготовили для вас вот такую замечательную елку. И также мы приготовили замечательные, я бы сказал даже так, декорации. Потому что на протяжении пары лет должным образом не обращали на это внимание, потому что мы искали того самого замечательного человека, того самого замечательного декоратора. Зовут ее Ирина. Ирина, если ты меня видишь, тебе огромный респект. Мы оставим ссылку на тебя под этим видео. Это лучший декоратор. Она нам сделала замечательные, просто великолепные, можно сказать, декорации. Сейчас, к сожалению, мы их выключили, потому что торговый комплекс, к сожалению, друзья, сейчас не используется. Вот. Но в любом случае хотелось бы, друзья, вам вновь повторить о том, что мы ждем вас. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Мы очень надеемся на то, что это видео позволит тем людям, которые ждут, называют себя, да. Во-первых, это поможет тем людям, которые действительно ждут, чтобы они владели всем перечнем актуальной, достоверной, а я понимаю, это важно, достоверной информации. Ну а тем людям, которые любят сидеть на диване, я передаю отдельный привет. Вы замечательные ребята. Вот, поэтому вот если вы видите, то за моей спиной, передо мной, везде есть люди, которые показывают, открывают двери, помещения для проверки. Все это несколько раз, привет, парни, несколько раз проверялось все нашими инженерами. В тесном сотрудничестве, прямо вот еще даже побольше, чем тесно сотрудничать, мы работаем и с пожарными инспекциями, и с представителями МЧС. Я очень хочу говорить, что это компетентные очень люди, которым надо вообще сказать спасибо за то, что они есть, за то, что они обеспечивают работу торгового комплекса, обеспечивают те необходимые проверки, которые мы делаем. И все вместе мы общими усилиями сделаем. Все у нас получится, мы вот сюда давайте остановимся, уважаемые друзья. Я предлагаю вам, может быть, на минутку задержаться. Один из самых популярных вопросов в сети о том, что происходит с Илирмолом. Друзья, мы проходим проверку, потому что мы очень трепетно относимся к безопасности, и мы не хотели бы повторения тех самых плохих и печальных моментов, которые у нас были с городом Кемерово, с Зимней Вишней. Но я постарался все, вы даже увидели, так случайно получилось, что увидели и услышали, как у нас проходят системы, вы сами своими глазами увидели, что все у нас исправно и работает. Но, друзья, хотелось бы сказать несколько вещей, которые достаточно сильно задели и тех людей, кто живет вокруг Силиермола. Я напоминаю, что это крупнейший микрорайон, спальный микрорайон, это Синюшина гора, Первомайский университетский, который вам отдельный привет, я, друзья, передаю, все те, кто оттуда, вам большой искренний саламчик. Да и вообще всем горожанам и города о том, что мы нуждаемся, друзья, вашей поддержки. Мы надеемся на то, что данное видео сможет обсуждаться вами, вы сможете задавать вопросы, мы сможем на них отвечать в самые сжатые сроки. Я могу вам еще сказать, что когда выйдет уже это видео,
мы сразу же в комментариях укажем ссылки на нормативно-правовые документы, чтобы вы могли почитать, посмотреть, в комментариях к этому видео задать вопросы, и наша юридическая служба, инженерная служба, служба рекламы и маркетинга смогла в рамках своих полномочий на те или иные вопросы ответить. Потому что все это нужно обсуждать, обо всем нужно говорить, потому что мы иркутяне, а сибиряки – это очень сплоченный народ, поэтому, друзья, спасибо вам огромное. Максимально, пожалуйста, я вас прошу лично, распространяйте это видео, отправляйте его своим друзьям, знакомым, всей вашей целевой аудитории, если вы блогеры, вы лидеры мнений. Мы надеемся на вашу поддержку, потому что всегда Silvermall шел на... и шел, и будет идти, и идет в данный момент на партнерство и дружеские отношения с любыми абсолютно профилями. Вот. Мы вас любим, ценим, очень ждем. Пока-пока. А я, как и обещал, одеваю маску, потому что мы соблюдаем эпидемиологическую обстановку. Хорошего дня.